Здрасте, с вами снова я. Только что я прослушал Оксимирона и думаю, давай еще что-нибудь посмотрю, чтобы вас развлечь. Сквозь баб Джарахов. Хиппи-хап. Ну, что Джарахов, что сквозь баб, они, ну, довольно-таки интересные, кстати, исполнители, которые делают нечто такое свое уникальное. Я только недавно проснулся, не обращая на мое помятое лицо, и тем более я все время хочу спать. А почему я хочу спать, об этом есть видео «Важная информация», и там же и сказано, почему мамы нету на канале. Вот, чтобы, ну, как бы не спрашивать по 10 раз, а где мама, и когда она послушает, там все рассказано. Сквозь баб Джарахов, хиппи-хап, и в описании еще ссылка на мой личный канал, заходи туда тоже. А мы послушаем хиппи-хап, поехали. Хип-хиппи-хап, хип-хиппи-хап, that bitch really hot, да или да, а ты хочешь жениха, как фильмах он хап, а меня любят все, хоть я и не пяти-хап. Молодой сквозь баб, у меня просьба, мы с моей подругой уже подзабыли позы, может быть 8 уже поздно, вечером я занят, как Кевин Костнер. Ай, и я уступаю место детке, глянь, какие удобные коленьки. Сядь, и я расскажу тебе все сказки. Ай, ты царевна, а я принц татарский. Хип-хиппи-хап, хип-хиппи-хап, that bitch really hot, да или да, а ты хочешь жениха, как в фильмах он хап, а меня любят все, хоть я и не пяти-ха. Хип-хиппи-хап, хип-хиппи-хап, that bitch really hot, да или да, а ты хочешь жениха, как в фильмах он хап, а меня любят все, хоть я и не пяти-ха. Азиаточка, made in China, TMP, shit, мне так отчаянно, пригласил на чай изначально, но нечаянно прыгнул в отчаянно. Снял ее как кэнон, слился с ней как веном, секс течет по венам, чел с огромным сердцем. Пам, 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 пам. Ай, и я уступаю место детке, глянь, какие удобные коленьки. Сядь, и я расскажу тебе все сказки. Ай, ты царевна, а я принц татарский. Хип-хиппи-хап, хип-хиппи-хап, that bitch really hot, да или да, а ты хочешь жениха, как в фильмах он хап, а меня любят все, хоть я и не пяти-ха. Хип-хиппи-хап, хип-хиппи-хап, that bitch really hot, да или да, а ты хочешь жениха, как в фильмах он хап, а меня любят все, хоть я и не пяти-ха. Ну, что я хочу сказать про этот трек? Ничего особенного я в нем не услышал. Я не знаю, чего я ждал. Но я ждал чего-нибудь интересненького, а получился проходничок. Ну, да, хороший биток, веселенький, забавненький. Интересненький трэп. Ой, трэп, господи, рэп. Трек. Текст. Интересненький, но бессмысленный абсолютно. То есть, как бы никакой глубокой мысли он вообще не несет. А чисто для развлечения, да и особого юмора там и не было. Ну, как бы, есть и есть. Это вот все я хочу сказать про этот именно трек. Есть и есть. А, как бы, имеет право быть не говно, но и не чего-то там супер классное. Надеюсь, выйдет клип, он будет интересный, и он разорвет, потому что у «Сквозь баб» интересные клипы, у Джарахова тоже клипы, кстати, интересные. Поэтому, если у них совместно выйдет клип, то клип должен вытащить этот трек. Пока ничего особенного тут не происходит. Ну, как-то так. Вот мои впечатления об этой композиции. Всем пока.